Документальную картину «Возвращение домой», посвященную легендарной женщине, поэтессе Серебряного века, общественному деятелю, участнице французского сопротивления Елизавете Кузьминой-Караваевой, снимали в Анапе прошлым летом. В музее Гаргипия «Матери Марии» посвящен целый выставочный зал. Мать Мария совершенно удивительный человек. И многие вещи, например, для меня открылись только здесь, в Анапе. Потому что интуитивно я чувствовала, что Анапа просто необходимый эпизод для этого фильма. Потому что, чтобы объяснить ее поступки и решения, которые она принимала уже в эмиграции, безусловно, нужно понимать, чем этот человек был напитан. Это, безусловно, южанка, человек, пропитанный солнцем, морем, ветром. И вот все это напитало ее характер. Также съемки проходили в Санкт-Петербурге, Париже и Равенсбрюке. Фильм покажут уже завтра на канале «Культура» в 18:45.